Дроны-разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь. Пожалуйста, установите последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Хорошо. Директива номер один. Связь с пилотом. Устанавливаю нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Директива номер два. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер 3. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Вихревой щит включен. Вихревой щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратно во врага, отпустите кнопку. Пилот, пусковая установка «Псаломщик» работает. Эта наплечная установка одновременно отслеживает множество целей. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем больше целей будет захвачено. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения. Засечен спуск вражеского титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место. Да, надо просто убить парочку злодеев. Рекомендуется поддерживать позитивный настрой. Титан ополчения, номер корпуса BT-7274. Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась. Пилот, я засек еще приближающиеся отряды утильщиков АМС. Наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсом. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить.
пилотирования. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение. Силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться.
пилот, на данный Титан установлено улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Отлично. Новое оружие нам пригодится. Согласен. Титаны АМС оборудованы улучшенным вооружением. Это будет способствовать нашему успеху. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Опасные отходы вызывают тяжелое поражение или смерть. Находясь в комплексе, необходимо постоянно носить защитный скафандр. Движение! Осмотреться!
Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон. Купол Альфа. Дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования стока. Внимание! Обнаружили токсичный порыв в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Понял. Буду искать выход. Ближайший выход, скорее всего, ведет вглубь очистного комплекса. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Следишь за мной? Что-то мне не по себе, Бити. Я не хотел вас напугать. Вы мне не враг. Внимание, говорит Кейн. Друзья из АМСИ и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. С башкой у него явно не лады. Согласен. По показаниям сканера, источник где-то в этом здании. Не будем зря тратить время.
Вижу цель, это пилот! Слушай, этот наемный Кейн, он что, обдолбался чем-то? Ой, не лезь. Кто знает, что? Точно. Похоже, этому психу без разницы, кого убивать. Потеря! Слышали? Отмотрите! Ополченцам, оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убьют. А ждать осталось недолго. Мы держим оборону в очистном комплексе! ОМС новая тяжелая пехота! Мы в ловушке! Пилот, я обнаружил бойцов ополчения на пути вашего следования. Им может потребоваться помощь. Капитан, у труп что-то движется! Осторожно! Это наш пилот! Капитан, у нас тут пилот ополчения! Не стрелять, он из РСП! Посмотрите на шлем! Рад видеть своего, сэр. Нашему отряду крепко досталось. Им срочно нужна помощь.
Подкрепление прибыли! Вовремя вы! Вот они! Открыть огонь! Они прячутся в грязи! Их слишком много! Заткнитесь и стреляйте! А обнаружена мертвая ячейка. Необходимо срочное удаление. Вижу его, он совсем рядом! И куда же я иду? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Вражеский пилот, всем быть наготове! Вижу цель! Внизу! Я не вижу цель! Пропал!
больше не вижу цель. Объект ранен, добить его! Цель скрылась! Цель не видна. Пилот нас обошел! Вражеский пилот исчез! Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон «Купол-2». Класс «Авангард» и пилот из РСП убивают бойцов из АМС. Кто бы ты ни был, неплохо, очень неплохо. Надеюсь, ты лучше того, кого я убил до тебя. Осторожно, он рядом! Внешние дренажные насосы переключены на основные системы. Черт, балласт.
фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон «Кукол-3». Соблюдайте осторожность. Ты тоже беги. Где находишься? Иду вдоль грязевого потока. Впереди сильное течение, что указывает на выход. Двигайтесь дальше. Еще немного, и наши пути пересекутся. Уже скучаешь по мне? Не смогу. Это бы противоречило директиве 3. Ладно, забудь. Рад видеть, друг. Аналогично, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере, помечая цель.